Здорово, подписота. 5 июля, среда. Завтрак. Блины. Три блинчика с печенью. Три блинчика с мясцом, который поджарил на сковородочке. Чаек сладкий. В 10 утра. Замечательный завтрак. Да, чувачки? Это 16 начал купаты себе жарить. А они что-то не жарятся. Плита перестала работать. Ну как, то работа, то нет. Надо алкашам отдать ее. Местным. Себе новую купить. Я почему оставлял? До этого у меня. Вон там стоит. Маленькая такую. У нее переставали плохо работали, я ее не ремонтирую, плохо работали эти. Какого? Блины. Спирали вот эти. Электрические. Она не газовая. Поэтому, чтобы ее не ремонтировать, я просто купил новую вот эту. Верхнюю часть. И все, и нормально. Так как духовка у нее работала. Но духовка, во-первых, давно не пользовалась, на это полгода. А сегодня что-то начал, что-то... Что-то плохо. Во-первых, ручка плохо крутилась. Во-вторых, она... Включается, вроде работает. Потом вырубается. Короче, не суть. Она старая, я... Думаю, сходить самому на металл сдать. Думаю, переть ее от меня металлоприемка где-то... Сколько она весит? Килограмм 30. Ну, минус стекло, там, минус там... Фольга с песком. Килограмм 20 будет, наверное, металла. Почем сейчас пятнашка? 300 рублей пилить нахуй надо. Алкашам отдам, они сами отобрут. Правда, надо будет еще долю взять свою в ткань. Соточку мне. Я ж подогнал плиту. Ну, посмотрю. Сам точно не понесу. Вот такие блинчики ням-ням. С мясом прикольнее. Наскучал, наверное, больше года не ел их. И блины. Полуфабрикатные.
Заключительная вкусняшка. До свидосики. До свидосики.